¿Qué tal, mis amigos de boxeo? Maravilla. Y una vez más, donde haya un argentino, boxeo Maravilla estará presente para apoyarlo. Esta vez nos vamos hasta Moscú, en donde el muchacho de Santa Fe, Emiliano Pucheta, Argentina champion and Latin American Cup silver prize winner representing Santa Fe, Argentina, introducing Emiliano Pucheta. Boxing Russian two-time national champion and WBC Asia champion. Представляющий город Грозный, Чеченская республика, элегантарный клуб Ахмат, Россия, приветствуйте, Шамиль Хатаев! Соблюдайте правила, protect yourself all the time, все время защищайте себя. Это глаз. Пора начинать. Раунд. Ну, вообще, если вспоминать как раз поединок Пучета и Мадиева, вот. Так, тут капа выпала у Шамиля. Рвение большого. Очень-очень мощное начало от аргентинца. Но вот опять же, да. Ну, капа именно аргентинец, кстати, выпал. Вот ему ее возвращает. Да, прошу прощения, просто показалось обратное. Ладно. Так вот, да, я начал мысль о том, что, вспоминая поединок Пучета против Мадиева, вот там вот Пучета вообще многих удивил. Потому что, ну, мы знаем, что есть в Аргентине, было, вернее, даже, да, поколение великих крутых бойцов, но оно потихонечку сошло на нет. И... Ну, то есть Майдана, Матисса, Серхио Мартинес. Да. И очень часто, да, то есть приезжают такие грозные аргентинцы, то есть они вроде на родине всех били, но в гостях они оказываются вообще никакими. Вот здесь вот Пучета, он как раз, ну, прям приятное исключение. И очень смело идет вперед. Шамиль пока что работает вторым номером, смотрит. Попал справа жестко. Ну, пока очень летит опять, в атаку. Да, вот опережает. Да, молодец. По таймингу очень четко работает Шамиль. Ну, может быть, это собьет определенную атакующую спесь с Эмилиано, который, ну, прям на «вы», да? Очень открыто, без лишней, так сказать, подготовки. Просто заходит с ударами. И хорошо через живот соперника останавливает, дальше переводя на голову Шамиль. Серия, дальше по животу. Серия, надо отметить. Дистанция боя довольно приличная, но при этом Эмилиано считает, что нужно сразу все козыри на стол. И там будет, что будет. Но при этом, опять же, Пучета показал всем, что он может спокойно работать в долгую, что он может выдерживать нужный темп. И причем этот темп навязывает своему сопернику. Хорошо уходит вниз аргентинец. Здесь более редкие атаки от Шамиля. Ну, опять же, это первый раунд. И пока что Шамиль в основном использует силовые одиночные удары, такие останавливающие, раскрывающие и проверяющие. Ну вот сколько раз мы с тобой видели в боях, что один боец, казалось бы, ну мало делает, ничего не делает. А он просто выжидал своего момента, чтобы попасть и нокаутировать. Поэтому вот так вот со старта, ну, скорее сразу судить не стоит. Хорошо. Корпус уже несколько раз. Да. Как раз это и та работа, которая должна вестись на старте. Сергей Летунов делает небольшое замечание как раз Шамилю за удар в пояс. А вот здесь попадает уже Эмилиано. Хорошо, обменялись ударами с передней руки. Пока одни кричали о своем первенстве, мы создавали... Бueno, un раунд, en donde eso que se dice раунд estudio no existió, en donde Emiliano Pucheta hizo lo que nos comentó en la previa de no poner la espalda contra las cuerdas y salir él a buscar la pelea, distribuyendo muy bien los golpes a las zonas blandas, luego para buscar el castigo hacia la zona superior. Tuvo un buen comienzo de round y una buena terminación también, en donde, ojo, Shamil Tataev también hizo sentir la mano desde la contra
con los cross de izquierda y derecha. Es un muchacho muy rápido, a su vez, desde la contra. Generalmente Kataev es de ir al frente, pero en este sentido, Pucheta lo sorprendió haciendo una primera vuelta muy, pero muy pareja, muy, muy atractiva, de mucho, de mucha energía entre ambos, ¿eh? ¿Cómo la van llevando ustedes? Compartan, compartan la transmisión, compartan la transmisión, así llega a más lados, ¿eh? Смотрим второй раунд. Пучета по-прежнему идет вперед, но он будет идти вперед, вот пока его не остановит. Пока вот он не ляжет, вот он будет всегда так делать. Его стиль, который уже не перепишешь. Да, и постоянное давление, высокий темп, много ударов, все время на сопернике. Да, иногда это головой вперед. Ну вот и давайте поглядим, как Шамиль будет с этим справляться. Хорошо. Жестко осадил противника передней рукой. Снова Шамиль. Заложился на удар справа, правда, жаль мимо. Он сейчас встал прямо Эмилиано перед Шамилем. Пропустил удар слева. Что такой хороший, качественный, останавливающий. И вот через корпус работает сейчас Катаев. Удар после команды. Ну так покивал головой Эмилиано, мол, да, виноват, исправлюсь. Уверенно заходит Эмилиано, но хорошо раздергивает здесь. Шамиль правильно делает, что в постоянном движении находится. Попадает по туловищу и, по-моему, почувствовал этот удар Шамиль сейчас. Двойка в корпус. Но Шамиль сейчас себя четко выводит на удар под правую руку. Ну, это его коронка, один из его основных ударов. Так что понятно, что будет искать соперника именно на него. Неплохо сдваивает справа. Резко как бьет Эмилиано. Хорошая защита, опять же, подныривает, подседая под соперника Эмилиано. И сам закладывается на правый через руку. Получилось, правда, немножко в затылок, но тем не менее. Минута до конца второго раунда. Здорово по корпусу. Вот издалека, причем отклонялся назад, но здесь успел все-таки Шамиль вдогонку догнать удар. И закидывает регулярно Эмилиано. Вот здесь хорошо. Задача Шамиля в таком раскладе — заставить соперника сдвинуть руки перед собой прямыми ударами и дальше уже в обвод пытаться его подловить. Хорошая плотная работа на ближней дистанции. С обеих сторон причем. Мне нравится, что аргентинец, он бьет очень так плотно и при этом практически не повторяясь. Он постоянно серийно вот так вот наслаивает удар за ударом. Хорошо вставляет этот удар слева на коротке Шамиль. Мне кажется, что на это тоже стоит ему обратить внимание в дальнейшем. И удар по туловищу. Пока все. Думаешь, ты самый сильный? Думаешь, ты самый быстрый? Может, верный? Y una vuelta que no cambió la tónica de la primera vuelta, esta segunda. Tremenda en los donde hay mucho volumen de golpeo. Mucho. Un gran saludo a Tomatito García, que mañana se presenta en los Estados Unidos y vamos a tener novedades de esa pelea, ¿eh? Les decía, mucho volumen de golpeo. Esta vez el ruso se mueve bien hacia los laterales, aplicando buenas combinaciones cuando sale. El argentino vuelca bien esa derecha sobre el primer plano defensivo del ruso. Es un peleón, créanme, ¿eh? Un peleón. ¿Cómo la están llevando ustedes la pelea, amigos? Compartan la transmisión, por favor. Compartan la transmisión, así somos más y más. Nos vamos a la tercera vuelta. Una pelea muy, pero muy interesante. Ну, может быть, Шамилю можно было бы пытаться как-то остановить соперника. Ну, что он и пытается сделать, как раз пробивая вот эти удары по корпусу. И причем он же перманентно это делает, прямо вот в попытке так жестко встретить. И Пучета готов. Даже вот он проваливается, получает удар, тут же поднимается и возвращается сам с ударом. Хорошо здесь на оттяжке, левый боковой на скачке. Молодец, Шамиль, здорово, сдваивает справа Эмилиано.
Правый снизу там. Но через перчатки все-таки пробил, потому что блок был на месте. Ну и улыбается на вот эти самые удары Эмилиано Пучетто. Но вообще, то, наблюдая уже за вторым поединком Эмилиано, надо отметить, что его очень сложно перебоксировать. И при этом его также сложно перерубить, потому что, ну, есть, да, классический постулат, не можешь перебоксировать, иди дерись. Но идти драться для Эмилиано, для него тоже это привычная стезя в какой-то степени. Да, даже, наверное, не в какой-то, а прям сами что ни на есть. Неплохо, здесь левая рука поработала у Шамиля, корпус голова, по спине попал Шамиль, к сожалению. Чуть-чуть побыстрее все-таки аргентинец. И просто за счет того, что он за единицу времени больше ударов выбрасывает, Шамилю довольно сложно под это подстраиваться. О, здорово, справа направо, и Шамиль попал получше. И плюс еще мы видим здесь хорошо на отшаге. По-ковбойски начинает стрелять от бедра Шамиль. Левый боковой на отходе, на сайдстепе. Здорово, печень там тоже показал, где она, чтобы не забывал. И молодец, еще раз попадает. Ну что ж, прям наладил прицел сейчас Шамиль Хатаев. Но Пучетто продолжает двигаться вперед. Ну вот, кстати, почему-то люди, некоторые кричат из зала, чтобы Шамиль работал первым номером. А по-моему, не надо. По-моему, сейчас вот на отходах очень стало хорошо получаться. На опережение пробивать. Вот тот самый одиночный удар, который не заходил до этого у Шамиля, когда он начинал свои атаки. Вот именно навстречу, в ответ, Эмилиано как раз и пропускает. Снова хорошо здесь прикармливает передней рукой Шамиль, готовя свою правую. Причем, если раньше он ее вел, стоя на месте или чуть-чуть вперед, то когда стал действовать на шагах, на сайдстепах, получалось гораздо лучше. Сборная России, адмирал. Bueno, un buen round del ruso esta vez, en donde increíblemente lo complicó a Emiliano esta guardia desmayada, que tiene una razón la guardia desmayada, producto de los golpes a las zonas blandas que aplicó Pucheta en las primeras vueltas, onda que decidió el ruso cubrirse más que todo abajo, y ante un avanzar y tantos golpes por parte de Pucheta, simplificó el trabajo de Kataev con buenos ascendentes y buenas lateralidades para aplicar en los giros los golpes. Pero insisto, muy buena pelea del argentino, muy, muy enérgico, muy presionante del ring, como se tiene que ganar en el exterior, jugándosela e yendo para adelante y tirando mucho, mucho golpe. Un gran saludo a Ezequiel Bonelli, a Charrito Vittori. Nos vamos. Всего запланировано 8. То есть мы постепенно близимся к экватору поединка. Раздергивает соперника, действуя с опущенными руками. Хорош! Это прям было то, что надо, очень плотно. Причем отвлек же внимание, да, как раз вот этими вот движениями. И здесь на скачке прямо зевнул Пучетто. Но еще отметим, у аргентинца довольно крепкая челюсть. И невзирая на вот этот хлопок, который он получил сейчас, продолжает идти вперед с улыбкой на лице. Попытка исполнить правый снизу в исполнении Эмилиано. И здесь на ближней дистанции все-таки Катаев пробил более жесткий удар справа. Отталкивает оппонента Шамиль. И старается сейчас он действовать также в такой силовой манере, заталкивая соперника к канату. И попадает еще раз левый боковой. Но вот этот удар прям заработал у Шамиля. И правой рукой достает. Молодец, молодец, все четко. И уже не так уверенно, уже не так нагло лезет на соперника Эмилиано. Нет, понятно, что все еще. Но
По-моему, градус этой уверенности немного понизился у аргентинца. Да, Пучетто, он сейчас после своей атаки прямо вынужден думать о защите. Если до этого он спокойно атаковал, работал серийно, то сейчас пробил и оп, локоток обратно возвращает. Либо перчатку в голове. Минута до конца четвертого раунда. Очень быстро раунды летят, конечно, как одно мгновение буквально. Всего того, что поединок очень красочный, зрелищный. Хорошо остановил противника Шамиль. Вот Миллиано вкладывается в одиночные удары. Здесь и низковато, по-моему, пробил. Да, ну там, да, опять же, на грани. Не надо отходить назад по прямой, как мне кажется. А вот так вот в сторону отлично подпиливая, да, под удар. Здорово закручивает Шамиль, действительно. Заставляя соперника, во-первых, терять Шамиля из прицела. Ну и плюс еще ко всему бить мимо цели. Раунд закончен. Думаешь, ты самый сильный? Bueno, un nuevo round en donde se, a mi forma de entender, se ha ido emparejando la pelea. Hemos llegado al meridiano, al ecuador de la misma, en donde el ruso con buenos movimientos de piernas, golpes en giro, tanto con el cross de izquierda como luego con la derecha a fondo, utilizando la rapidez, está quedándose con estas dos últimas vueltas, a mi forma de entender. Más que todo que Pucheta tiene que volver a los orígenes, en donde metió mucha presión y en donde se encontró bien en su distancia para colocar sus manos abajo y luego volcarlo a las zonas superiores. Ha perdido esa distancia y a su vez el ruso ha implementado más movimientos y el argentino como que perdió esas distancias. Tiene que volver a los orígenes en una pelea que está muy, pero muy pareja igualmente, ¿eh? ¿Cómo la van llevando ustedes, amigos? Y вот она, вторая половина боя. В предыдущих раундах Шамиль выглядел очень хорошо, особенно за счет вот этих боковых ударов слева. Отличная работа. Все, что практически, все, что удавалось Эмилиано Пучетто, это вот эти удары по затылку в клинче. Но первые два раунда он хорошо смотрелся. К третьему уже начал подуставать, а вот в четвертом нахватался довольно прилично. И опять идет вперед, заходя без ударов. И как хорошо подготовил вот этот длинный обводящий правый сбоку Шамиль. Опять по затылку. Опять по затылку. Дружище, ну, да. Не надо так. То сейчас Сергей Литунов атата сделает, и минус балл получишь. А здесь попал. В таком бою это важно. Да, и вот сейчас отступает назад Шамиль. Но при этом, опять же, вот те люди, которые советовали Шамилю идти вперед, вероятно, сейчас признают свою неправоту, потому что Шамиль великолепен в работе на отходах. Да, ну здесь и Катай получил замечание как раз за удар ниже пояса. Увлеклись оба. Справа направо обменялись, там и Пучетто тоже был точен. И продолжают терзать друг друга в клинче. Снова капа выпадает и вновь у аргентинца. Шамиль, мне кажется, все-таки поймал вот свой ритм, поймал ритм движения соперника и где-то в определенной степени успокоился, потому что невозможно сделать так, чтобы у тебя не было нервозности перед началом поединка, конечно, во время его старта, а вот сейчас этой нервозности нет вообще. Да, и я согласен с тобой, что Пучетто-то на самом деле не блещет какой-то вариативностью и изобретательностью. Он просто очень выносливый и очень многоударный боксер. Да, он выносливый, крепкий, с характером. То есть он этим и неудобен, тем, что он постоянно идет вперед и выбрасывает много ударов. И не всегда повторяется. Два хороших удара Шамиль Катаев доводит до цели, забирает чистый эпизод, очень яркий. Попытался здесь зайти с двойки Эмилиано. Отличный правый, да, снизу. Да, несомненно.
Ну, ответил. Ответил при этом аргентинец таким же. Здесь хорошо так предплечьем отодвинул соперника на канат Шамиль, но Пучета продолжает бросать удары. Этого не отнять, конечно. Сколько бы он ни пропустил, а мы видели, как у него дергалась голова, да, назад и в бок после мощных ударов от Шамиля. Все равно, вообще даже и намека какого-то на состояние Гроги нет у него. Но при этом, опять же, вот это давление, оно все-таки снизилось от него. Достал справа, да, здесь вот прямо зевает эти удары Эмилиано Пучета. Пока одни кричали о своем первенстве, мы создавали, запускали и внедряли... Un gran saludo a Bruno Romay, que nos dice que sí, es muy fuerte el ruso, tiene recursos técnicos, es rápido, maneja bien las guardias, tanto la desmayada como la que está más armadita, y es rápido en los envíos, en los giros, cuando entra y sale. Y a su vez, bueno, Pucheta, como todo, es un viaje muy largo a Rusia, la parte del cardio y el accionar de las primeras vueltas, obviamente el cardio va para abajo, y a su vez, defensivamente, tiene el primer plano defensivo algo bajo, en donde el ruso, con esa rapidez que tiene, le está volcando la derecha sobre esta, o con los ascendentes, cuando el argentino avanza sin pegar. Vamos a ver, ya faltan cada vez menos. Estamos en pelea todavía. Vamos, Emiliano, que como dice Bruno, está muy bien plantado. Peleón, dice el tomatito desde el muchacho de Mar del Plata. А вот теперь уже смотрите. О, как здорово пробил с левой руки Шамиль. Великолепно и снова очень плотно и жестко получилось. На мгновение показалось, что Шамиль решил подавить. А почему бы и нет, кстати? Вошел, правда, плечом своего соперника, не кулаком. Если Шамилю Хатаеву удастся теснить соперника, вот насколько хорош будет в этом Эмилиано Пучета, вот в чем вопрос. Насколько он привык отходить, насколько он привык к тому, что он работает вторым номером. О, здорово! Класс! С переводом в голову. Пусть опять же там немножко в пояс пришло, но это все равно было очень плотно и красиво. Два удара в туловище и дальше на голову. И все там, все легло в цель. Еще раз на выходе из клинча. Правая рука там. Это все в защиту. И вновь нарывается на хлесткий удар справа Эмилиано Пучета. Вот он продолжает идти вперед, но особой мысли в глазах я у него не вижу. Да? Он, по-моему, уже... Но его задача уже просто беги вперед, бросай удары. Да, не очень понимает, как ему брать Шамиля Хатаева, который подвижнее, который видит все его атаки, который читает все его удары. И, ну, не то чтобы какая-то безнадега, да, вот действительно, он понимает, что надо идти вперед, что надо что-то делать. Но навстречу постоянно продолжает пропускать большое количество ударов. Попытка ударить по корпусу. Вот это было неплохо. Но Шамиль нашелся, чем ответить. Соответственно, уже этот эпизод более-менее нивелировал. И вот уже минута от шестого раунда. Как быстро они проходят. Мы не успеваем даже насладиться тем, что парни делают риги и попадают жестко. И еще раз туда. Ну что, поплыл Пучета? Нет, был свеж, он прямо даже видел, вызывал Шамиля наоборот на себя. Говорил, да, давай еще. Ну, раз вызывает, раз просит. Почему бы нет, да? Почему бы не уважить аргентинского гостя и не нападать ему еще подарков? Здорово. Вот этот левый боковой, как четко, причем из разных положений его наносит. Шамиль очень технично. Вот так вот, осадил ударом по корпусу и разорвал дистанцию Катаев. Отличная защита. Хорошая серия. Явно переиграл соперника Шамиль. Раунд закончен. И se plantó ahí con un buen movimiento de repentización. Llegó esa derecha a fondo de Pucheta, en donde es como dice acá Tomatito García, el muchacho Mar del Plata, que mañana pelea en Estados Unidos y vamos a tener novedades de esa pelea.
Les decía, llegó con una buena repentización, con un buen derechazo, en donde verdaderamente es una gran pelea, mucho volumen de golpeo por parte del ruso, y el argentino trató de volver a los orígenes, de contestarle también con mucho volumen y tratar de ser él el que acorta el ring. Pero bueno, es como todo, en igualdad de condiciones es ganable este KKF. En igualdad de condiciones me refiero al término que Pucheta tuvo que hacer muchísimos kilómetros, y eso a la larga de la pelea se siente. Pero muy buena actuación de Emiliano Pucheta. Ya vamos terminando. Toda la fuerza para el Santa Fe. Несколько раундов подряд, на мой взгляд, Шамиль уверенно, убедительно забирает. Ну, три точно, когда он прям прочувствовал движение соперника, он начал его читать, начал великолепно его контрить. Учета добивается таких локальных успехов, потому что, ну, совсем без пропущенных ударов, наверное, трудно, да, по такому бою. Но вот обратил ты внимание или нет, у Пучеты у него снизилась плотность его атак. Конечно, мы отмечали, что работает он серийно, работает хорошо, жестко, плотно. Но потихонечку, вот после таких пропущенных навстречу, он прямо стал тормозить. Да, прям обрабатывает своего соперника этими комбинациями Шамиль, причем используя самые разные варианты, еще сильнее осложняя жизнь своему противнику. Пучета очень старается, но вот все мимо, все не туда. По корпусу неплохо аргентинец. Грамотно разворачивает оппонента спиной к канатам, возвращая себе пространство Шамиль. Ну и требует сейчас более активной работы, работы передней руки от Шамиля, чтобы он не наслаивал свои атаки, а просто ждал, пока соперник сам к нему придет. А тут, если эта тактика срабатывает, зачем ее менять? Вот сейчас хорош был. Да, прям хорошенько тряхнул соперника, если не сказать болтанул Шамиль Катаев. Опять же, крепость головы Эмилиано Пучета позволяет ему оставаться в вертикальном положении и дальше идти вперед. Но идти вперед на удары. Молодец. Здорово подставляет плечо, прямо снимает удар с траектории Шамиль. Да, и также не забывая отрабатывать и предплечьем тоже. Здорово. Летят, летят руки у Шамиля. Летят точно в цель. Есть. Левый сбоку, да, и сам себя так заводит, подначивает. Шамиль, все получается. Все получается. Уверенно, уверенно. Причем слышит свой угол, да, даже так бы сказал, да-да-да, все хорошо, все нормально. Все вижу, слышу и все делаю. Все, что должно. И вот так уже даже он сталкивает Пучету, чего раньше, в общем-то, не было. По туловищу поставил на канаты, но что, поплохело Пучете или как? По печени справа! Как головой чуть-чуть отжал голову соперника, продолжил атаковать. Просто дальше, как атака. Дети в школу эти удары заходят. С удовольствием и легко. Да, прыгнул сейчас к землице соперника Шамиль. Огромное преимущество сейчас, боевое, территориальное, какое угодно у Шамиля. И еще один раунд позади. Bueno, el ruso está moviéndose mucho, cambiando de planos constantemente, muy rápido las combinaciones, ante obviamente un dejo físico natural, por otra parte, del argentino. Buen comienzo de pelea, en donde obviamente al ir haciéndose vieja la pelea, iba a sentir el trajín de los kilómetros encima, el viaje largo, y bueno, y ante un hombre que es de la vieja escuela rusa de entrada y salida, de combinar los planos de golpeo, de buscar nuevos ángulos, es un muy buen boxeador, y ante ese muy buen boxeador, Pucheta está haciendo una gran actuación. Приглашает Шамиль соперника на центр для того, чтобы зарубиться с ним еще на протяжении 3 минут. Поехали дальше. Но Шамиль уже видно, уже достаточно долго работает на кураже. И вот сейчас у него такая улыбка появилась. Именно улыбка даже какая-то не агрессивная, именно, да, как вот часто бывает у боксеров. А именно такая прям, ну, радостная, что здорово.
потому что бой проходит именно вот так. Хорошая опять контратака левым боковым. Отличная оттяжка. Это мимо. И здорово здесь опять сталкивает соперника канатом левой рукой Шамиль. Опять затылок. Ну, по-другому Пучета просто не может попасть сейчас. Все перекрыто, руки на месте. Ну и Шамиль, понятное дело, отвечает тем же, показывая, что такого обращения с собой не потерпит. Еще один промах. И опять здорово. Вот сейчас, сейчас хорошо прямо. Причем оттянулся, да, и передней рукой туда. Прямо так, что называется, насадил на удар Шамиль своего соперника. Снова по корпусу заряжает очень плотно. И вновь останавливающий, вот этот сталкивающий, сбивающий, крайне раздражающий джеб. И да, ну команду тут куда? Как тут ее услышишь-то, конечно. И есть попадание левым боковым вновь от Шамиля. Хорошо сделал, да, справа. Смотрелось прямо. Чуть больше минуты до конца поединка. Ну и из угла, тем не менее, Шамилю показывает, да, чтобы он наращивал еще больше. Хотя, ну, в целом, там ситуация максимально спокойная. Попадает, продолжает прошивать защиту оппонента ударами Шамиль. Ну, крепка голова, конечно, у Эмилиана, ничего не скажешь. Столько ударов на себя принять, чистых ударов, ударов навстречу после провала. Хоть бы что. Хоть бы раз коленочки встряхнулись. Нет. И вот продолжает. Да, целая серия ударов слева, потом, ну, добавляет. Как он стоит? Отличные просто комбинации, да, уже вот прямо... На выплеске эмоций работает сейчас Шамиль. И я соглашусь с тобой с этим вопросом. Как стоит Пучета? Ну и сам. Мало того, что стоит, он еще и сам что-то предлагает. Сопернику пытается предложить, точнее. Но ясно, что это никакое сравнение не идет с тем, что делает Шамиль Катаев. Вот и все, друзья. Звучит финальный гонг. Удался бой. Однозначно, да, удался. Отличный поединок. Настоящее главное событие. Напомним, что по его итогу будет вручен чемпионский пояс. Bueno, en un verdadero peleón, a mi forma de entender, en donde Pucheta se lo jugó al principio esta, distribuyendo bien los golpes, teniendo un buen acortar del ring, no dejándolo crecer a Katayev. Pero a medida, obviamente, del trajín de la pelea, los kilómetros encima se sienten. Y un Shamil Katayev que empezó a encontrar sus distancias y a su vez... Номер 3, Джордж, номер 3, 78-74, 78-74. Ну вот, как мы предполагали, у одного судьи как раз два раунда забрал, а у двух других по один раунд забрал. Да, ну в итоге 2-1 раунда забрал, соответственно, Эмилиано Пучета, а весь бой забрал Шамиль Катаев. Теперь официально. Теперь это его победа и это его пояс. Молодец. Esperando sentado en mi mesita del Miravalle. Te sigo esperando sentado.